Здравствуйте, друзья! Хочу вам показать и рассказать о моей поездке на север, где находится город Глыба. Если ехать из Баку вдоль Каспийского моря на север, то в какой-то момент перед вами возникнет одинокая выделяющаяся на местности вершина – гора Бешбармак, расположенная к востоку от города Сиязань, в 80 километрах от Баку, высота 500 метров. Название с азербайджанского и с тюркских языков переводится как «пять пальцев», так как очертание горы напоминает пять пальцев руки. Друзья, желаю вам хорошего просмотра, не забудьте подписаться и поставить лайк. Одна из самых известных легенд говорит о том, что один из пророков, упоминаемых в Коране, Хизыр, с арабского Хидыр, в поисках источника вечной жизни забрел в окрестности горы Бешбармак. Увидев огромные пальцы, выходящие из глубин земли, он воспринял это как знамение и спустился в подземное царство, где обнаружил источник бессмертия. Отсюда пошло второе название горы – Хыдыр-Зиндан. Друзья, с тех пор на самой вершине горы бьет ключ, который обладает лечебными свойствами. По легенде, только праведный человек может добраться до источника, преодолев опасный и крутой подъем.